второй раз подряд. Лысь, ёпта. Кстати, новый вкус. Кстати, новый вкус. Блин, мы Лейс рекламируем, но нам не хватит Лейс. Ну что, господа, я пошла в ванную. Ермолин, покажи жопу более крупным планом. Что это сейчас? Я показала. Не, вообще, на покажи жопу не надо реагировать. Потом только это и хотят от тебя. Это как крякни в эфире. Да мне пох, ребят, мне пох. Что такое крякни?